Время 7:05. Мы уже тут немножко собираемся. И мы идем в садик. Привет! Батюшки сопит-то как он. Как прям паровоз. Сопит прямо зап у него. Сонный. Дима никак не может приучиться просыпаться в 7. Да? В 7? 7. Все никак. Ой-ой-ой, какой мышка. А что сопишь? Тебя козы в носу? Там дерево пилили. Да, дерево пилили. Санючий какой. Санючий. Дима, куда идет? Там еще рядом там пилить дерево. Да, ты куда идешь? Куда ты просыпаешься? Хотя сейчас. Нет, не на дачу. Куда? Маменька, идешь. В садик, да? В садик? И скалку какая-то тут. В садик идешь? Дима у нас уже недельку ходит в садик. И ты такой, это кака какая-то. Что, грязная простынка уже? А что ж ты молчишь? Грязная простынка. Стирать эту простынку. Стирать надо, да. Выходные с тобой займемся стиркой, а то мама совсем не успевает, так рано встаем. Димочка у нас все еще ходит на 2 часа, потому что там перевозбуждается и просто скачет. Да, и скачет просто по столам. А по столам скакать нельзя, да, Дима? Нельзя? Нельзя. Нельзя. Что делать еще нельзя? Играть нельзя. Ну скажи, ты же маменька рассказываешь мне каждое утро. А? Хулиганить нельзя, прыгать по столам нельзя, да? А что можно делать? Играть. Заниматься. У вас сегодня будут, наверное, занятия какие-то интересные, да? Вчера мы бумажечку подписали о том, что Диме можно заниматься, что мама согласна на занятия. Оказывается, еще документ подписывается. То есть, получается, есть родители, которые не согласны, что их ребенок будет заниматься. Которые могут отказаться. Да? Димочка с удовольствием идет в садик. Он с радостью просыпается и идет. И мы будем собираться. Смотрите, такой дом. И вот такой вот я нарисовала. Не знаю, там видно или не видно, а видно вроде бы. Короче, сегодня я порисовала. Да, забыл поздороваться. Всем привет, с вами канал ArtMoney. У нас 31 августа сегодня. Ролик с опозданием, как всегда, выходит. Очень такая солнечная погодка. Вот, как Дима ходит в садик, я отдельно чуть-чуть расскажу попозже. Чуть-чуть попозже, потерпите. Такой вот там домик. Стерка, к сожалению, моя протухла. Испортилась. Пришлось рисовать без стерки. Зато карандаш мягко рисовал. Там прям солнышко такое, прям классно. Красота. Сейчас уже пойду за Димой. Время 10 часов приближается. Оставляю пока что на 2 часа. С бабой Лилей тут играл? Ну туда я не достану. Там нет турника. Тут можно попросить, что-то можно. Тут нет турника. Нету, видишь? Нету. Смотри, Дима, там воробушки кушают. Смотри, вон там воробушки. Вот, смотри. Видишь? Травки. Кушают. Да? Много воробушков.
лес. Сегодня у нас прогулка. Дима гуляет самостоятельно. Без мамы. Это мне в садике жалуются, что он ничего не может один. Че, ты сам залез и сам слез, сыночка? Ты сам залез и сам слез, да? Ты один погуляешь? Без мамы? С мамой. С мамой? Ну ты же самостоятельный мальчик. Сам залез, слез, да? Что там сломался? Нет, там же ничего не сломалось, она же металлическая. Сломалась. Нет, где сломалась? Вот и не сломалась. Нет, это полосочка там такая для красоты. Там полосочка сломалась. Угу. Не полез-то? Что, песочек, да? Песочек, да? Мягкий. Мягкий песочек. Да, ты сам лазишь. Ты самостоятельный стал. Димочка уже взросленький, да? Вот ты какой молодец. Выше не лезь. Не лезь выше. Там грязно, каки там. Сползай сам. Давай, 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 давай. Где ножка? Вот. Ищи, ищи ножку. Ну и чё ты? И чё ты? Ты застрял? Так ниже опускай ножку. Ниже, 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 ниже. Вот она. Вот она ножка-то. С другой стороны. Вон, смотри, видишь дырочку? Нет, ниже. Напротив нее ниже дырочка. Вот сюда. Ой, испугались. Все. И потом пол. Земля уже. Давай, 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 давай. Вот. Она для тебя большая слишком. Это не горка. Это какая-то лазилка. Она большая для тебя. Шлепнешься. Баба показала. Высоко не лази. Высоко не надо. Слазить будет тяжелее. Ниже, 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 ниже. Сползай дальше, ползи. Ползи, ползи, молодец. Молодец. Вот, теперь на землю вставай ножкой. Во, молодец. Угу. Вот и малыш наш вырос. Самостоятельный уже стал. Был прям активный, сегодня уже вчера, вот и сегодня уже поспокойнее. Сегодня даже уже не стала спрашивать, как дела там, как он себя вел, чтобы лишний раз не расстраиваться, и свекровь посоветовала не спрашивать, потому что расстраиваешься все равно каждый раз. Но он спокойненько пришел, спокойненько встал, уже там адаптация проходит хорошо. И со следующей недели мы уже будем, наверное, Диму оставлять до часу дня или до двух. Я хочу до двух, чтобы его там обедом накормили. А он там домой забрала, он дома уже поспал.
Наверное, первый день, может быть, до часу. Ну, посмотрим. Конечно же, разные интересные моменты рассказывают про моего ребенка. Что он гиперактивный. В итоге ходили вчера к неврологу. Невролог сказал, что нет, не гиперактивный. Просто для него это все необычно. Все новое, поэтому он так себя ведет. Да. Да. Так она круглая, спиралькой. Спиралькой. Спиралькой, да? Дима, не лазь там. Будем считать? Ты крепко держишься? Крепко. Да ты же моя умница. Ты считаешь? Один, два, три. Считай, я не слышу. Три, четыре. А что ты вниз-то смотришь? Смотри на меня, где мама? У тебя голова кружится, что ли? Маш, надо. Вот, пошли один раз на горке и поедем. Папа, я хочу два. Хорошо, давай два. Потом один раз. Да и потом один раз. Синь. В другую сторону, да, давай? И капельки не тяжелые. И мама тут одна. И мама тут сидит. И мама сидит. И девочка сидит, да? Ну вот у меня так и ноги сейчас накачаю. Это я так ноги накачаю, да? Дима. Ладно, давай.